мы сейчас погоним на концертик, поснимаю там немножечко для вас. Может... Падали на землю, сука, у меня будет спина. Короче, ребята, я давно не снимал для вас видосы, блядь. Я хочу снять для вас, наверное, необычный видос, который я никогда не снимал, блядь. А может быть, снимал, просто нужно сейчас что-то делать. С чем-то занять себя, блядь, чтобы мне стало душевно легче, потому что мне супер, блядь, последнее время тяжело. Я не знаю, как это будет выглядеть для вас, вообще не знаю, как это будет выглядеть. Просто недавно, пару дней назад я пересматривал свои влоги, это было здорово, я классно снимал, мне очень это нравилось. Я снова как-то почувствовал, что мне это нужно в моей жизни, и я хочу снова это делать. Я не знаю, какого формата, блядь, это будет, типа, я не знаю, будете ли вы это смотреть, вообще надо это кому-то или нет, я просто хочу это делать. Обычно мой день — это работа, это какая-то уже рутина, блядь, но сегодня другой день, сегодня день, когда я, блядь, ненавижу весь мир, как... И я думаю, что снимая влог, как-то мне, может быть, легче будет справиться. Сегодня у меня было куча планов, работа, там, ну, какие-то одно ответственное мероприятие даже, да, я что-то хотел, что-то пытался, блядь, делать, но бывает, сука, все выпиливает просто, все, самого утра тебя выпиливает просто из жизни, и ничего не нужно уже, блядь, вообще ничего не хочется, ничего не нужно, ты все отменяешь, тебе на все плевать просто становится абсолютно, и сегодня именно такой день. Короче, пересмотрел видео, которое только что записал, подумал, что мне надо побриться, побрился, пошел, потому что снимать целый день вот так вот не сильно хочется. А еще мне стало стыдно за грязь на своей кухне, и я сейчас буду убираться, потому что, ну, это все слишком стрёмно. Заказал себе пиццу, потому что у меня есть какие-то продукты, но мне сейчас вообще не до того. Я так не хочу чем-то заниматься сегодня, я хочу быть просто овощем, который жалуется на жизнь, наверное, и простите за то, что вам придется кому-то из вас это смотреть. Вот, короче, нашел чем себя занять, пока жду пиццу, цветочки решил полить тоже заодно. Вот этот вот цветок у меня, это не мой, он владельцев этой квартиры, он постепенно вижу, что умирает. У меня есть мнение, что когда у меня все плохо, тогда этот цветок, он немножко вянет. Возможно, это так и есть. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Теперь онлайн. Ага. Спасибо. Спасибо. Интересно, я не могу делать это трезвым. Я не могу. Ребятки, сегодня концерт Пошлой Молли, мы сейчас погоним на концертик, поснимаю там немножечко для вас, может быть, вообще ничего не буду снимать, я вообще не знаю, выйдет это видео или нет, ну, в общем, все как всегда, погнали. А вон там стоит наша машиночка и ждет нас. Сегодня довольно-таки солнечно, сейчас погоним. Я подпишусь на тебя в инстаграме. У меня есть много травки. Я в смешной пижаме. Повсюду эти ФБР. Им запретить добрый концерт. Твой резон, он держался молодцом. Покажи мне язычок или расскажи стишок. Знаешь, все равно не получишь ничего. Я выход на сцену снимаю. Вот и я хочу выход заснять. Как громче глаза. Блядь, они ж падали на землю, сука. У меня будет спина. Водка значит дружба. Водка значит дружба. Еще ближе давайте. Bye.
столичными гранями. Я поспешу, что тебя за.